Настроения не было. Еще бы. За окном минус 20, времени 11 часов вечера, а впереди 3 выходных. Праздник 23 февраля. Какого черта мне надо? Может остаться дома, выспаться завтра? Ну нет. Иду и все тут. Самое тяжелое — это выйти из дома. Я вызвал такси и через полчаса уже был на окраине города. Было морозно, на небе сияли звезды. Одел лыжи, включил фонарь и не торопясь пошел по ночному лесу. Тишина. Красотища. Снег похрустывал под ногами, душа находила покой, а я углублялся все дальше и дальше в лес. Через пару часов рюкзак стал давать о себе знать. Еще бы, как-никак 25 килограмм. Фу, завтра будут болеть плечи, говорил я про себя. До избушки оставалось совсем немного. Флажок, подъем и длинный спуск. И тут на спуске в флажок у меня выключился фонарь, сел аккумулятор, а спуск был еще и с поворотом. Спасла луна, было полнолуние. Я благополучно преодолел спуск и задумался. Впереди две ночевки и пещера, а у меня остался только один аккумулятор. Немного. Надо экономить. Ночевка была теплой, печка хорошо жарила. Весь следующий день я шел практически не отдыхая. Необходимо было пройти как можно больше километров. Желательно добраться до реки, что течет у пещеры. За сутки, с учетом ночного километража, я прошел 70 километров. И к вечеру еле стоял на ногах. Я шел по полям. Ярко светила луна. Фонарь я не включал, экономил батарею. Силы были на исходе, и я решил сделать небольшой привал у небольшого пролеска среди полей. Достал из кармана сникерс, сел на рюкзак и стал медленно его есть. Стояла небывалая тишина. Я смотрел на звезды и наслаждался. Но вдруг где-то во тьме раздалось глухое рычание и нечто похожее на собачий лай. «Это еще что за такое?» – насторожился я. Последняя жилая деревня осталась давно позади. И это не могла быть собака. Я зажег фонарь, стало уютней. Направив фонарь в сторону пролеска, я увидел оградки старинного деревенского кладбища среди пушистых елей. «Ну и местечко, надо топать отсюда», — подумал про себя. Я достал пару петард, бахнул их, потом стрельнул напоследок из ракетницы и пошел дальше. Кладбище, полнолуние, чьё-то рычание во тьме, отличное начало. Ездил я сам себе. Снежная гладь расстелилась передо мной. Когда-то в этих краях кипела жизнь, теперь же вокруг меня были забытые зарастающие поля и отголоски мертвых русских деревень. По полям я уходил вглубь тайги, к заветной пещере. Порой выключал фонарь, шел под луной. Когда становилось совсем жутко, включал его. И вот последний пролесок, дальше затяжной спуск к реке, а там уж совсем дикие места начинаются. Лагерь я решил ставить у пролеска, и дрова под рукой, и луна освещает. Я снял лыжи, отстегнул лопату от рюкзака и стал копать яму под костер и палатку. Луна хорошо освещала место моей ночевки, и в фонаре я не нуждался. Внезапно из темноты раздалось знакомое зловещее рычание, перешедшее в хриплое тявканье. Через секунд 10 тявканье повторилось, но уже совсем с другой стороны. Гостей было несколько. Я включил фонарь на полную мощность и стал всматриваться в поле, откуда доносились звуки. Звери притихли. Я стрельнул из ракетницы, и красное зарево разлилось по полю. Я прислушался. Царила тишина, а не звука. Как будто вся тайга замерла в ожидании. Я рыскал фонарем в темноте, пытаясь увидеть незваных гостей. Я чувствовал на себе их любопытные взгляды. Может, незваным гостем был именно я? Звери больше не появлялись. Я продолжил копать яму, но уже более активно, периодически оглядываясь. И не зря. Хриплое тявканье вновь повторилось. Звуки доносились одновременно с разных сторон. Теперь я точно знал, что их минимум 4 штуки. Небольшая стая. Звери бесшумно передвигались вокруг меня, сохраняя приличную дистанцию. Разглядеть в темноте их не мог. Я выстрелил пару раз из ракетницы, но это не помогло. По характерному лаю я определил, что это лисы. Бояться нечего, нападать не будут, но подлянку совершить могут. Уж больно настойчивые. «Собака!» «Опять фонарь сел!» — выругался я. Теперь я был под луной в окружении лис. Ее призрачный свет падал на мрачный лес. Лисы почуяли больше свободы и подошли ближе. Лай раздавался совсем близко. Что делать? Я приуныл. На пещеру у меня остался только фонарик на телефоне, а телефон наполовину сел. Что ожидать ночью от дикого зверя? Может повернуть обратно, к деревне?
но это еще несколько часов блужданий в темноте, а я еле держусь на ногах. Я сплюнул и, не обращая внимания на лай, продолжил копать яму под костер, который был так не нужен. В кармане у меня лежал фальшфейер, на ремне висел большой охотничий нож, а в еле рядом я воткнул топор. Пусть только попробуют подойти поближе, я им покажу. Развел костер, стало веселее. Яркие языки пламени затанцевали передо мной. Дров я не жалел, сушин было полно. Вай постепенно стал стихать, и вскоре совсем сошел на нет. Под светом костра я поставил палатку, присыпал ее снегом. Ночевать можно. Поужинав, подкинул дров и лег спать. Утро. Снег большими хлопьями падал с неба, как тихо. Я слушал тишину. Как же ее мало в моей жизни. Ничего. Жизнь пройдет, единственное, что потом будет, это тишина. Но теперь мне надо собираться, начиналась метелица. Ветер со снегом бил в лицо. Я пробирался к лесу. Река давно уже была позади, и до пещеры меня разделяло всего ничего. В лесу пришлось бросить лыжи. Бурелом не давал идти дальше. На коленях, по пояс утопая в снегу, я полз к заветной воронке. Вот и пещера. Я достал телефон. Зарядки всего 35%. На крайний случай в кармане свеча и спички. Я включил фонарь на телефоне и шагнул в темноту. Невероятная красота. Повсюду ледяные наросты, сосульки, снежные узоры. А там, где было озеро, настоящий каток. Это озеро. Водопад. Под землей я пробыл почти час. Уровень заряда на телефоне стремительно падал. Пора и наверх. Мою лыжню замело, снегопад усилился, небо было хмурым. До темноты надо найти подходящее место. Я перекусил и отправился в обратный путь. Близился вечер. За деревней я встретил местного мужика. Тот мне посоветовал идти другой дорогой. Когда я шел вперед, я обходил участки реки, делая большой крюк. Дело в том, что в этом месте река питается родниками, и даже в минус 30 она не застывает. Местный сказал, что через нее есть мост в соседней деревне. Я добрался до деревни, преодолел мост, но из-за сильного снегопада пропустил нужный поворот и ушел в тайгу, решив, что поворот где-то дальше. Я шел по лесу в гору, никаких поворотов не было. Начало темнеть, и я стал искать место для ночлега. Ничего подходящего, кругом молодняк, ни одной сушинки. Я шел дальше, пока не вышел на свежую делянку. Кругом были обрезки бревен, щепа, поваленные деревья. Надо быстрее разводить костер, скоро стемнеет, а небо все затянуто облаками, луны видно сегодня не будет. Но как назло, дрова больше дымили, чем горели, так как были сырыми, а сушин, как я ни старался, найти не мог. Ситуация складывалась не в мою пользу. Через полчаса наступит кромешная темнота, а у меня до сих пор нет нормального костра. Ведь костер — это спасение ночью в бескрайней тайге. Я метался по делянке в поиске сухих дров, и вдруг из-за хлипких макушек ели и мрачных облаков показался желтый диск луны. Ура! Полнолуние! Я спасен! Луна ярко светила мою делянку. Приободрившись, я быстро развел большой костер, приготовил ужин, поставил палатку и с головой погрузился в свои мысли, сидя под луной и смотря на звездное небо. Так я встретил 23 февраля 2016 года. На следующий день я быстро сориентировался и нашел нужный мне отворот. Далее по рекам я вышел к ближайшему поселку. И как только ступил на берег, на реке началась небывалая метель, но я успел, я смог. Ярко остался в моей памяти тот вечер под луной в окружении лис.